Этот какой крупный. Такая шляпа, смотрите. Видите? Вон он. Круглый такой. Как арбуз проверяю. Всем привет. Сегодня 21 августа. Перешли речку. Лодку оставили. Тут уже до нас уже тоже много людей пошли в лес. Очередной раз идем в сосновый бор, чтобы набрать грибов. Не знаю, как все получится. Сегодня у нас в бригаде мои сыновья. Денис впереди, Никита и также Айда. Тулана не взяли, потому что очень много людей тут с собаками ходят. Он много любит драться. И не хочу проблем. Одним словом, также сходим, ну, примерно от села километров 10 пройдем. Вчера не ходили, дома были. Очень много народу сейчас в тайге, все собирают грибы, потому что начали принимать белые грибы, боровик. Вроде, если не ошибаюсь, первый сорт по 100 рублей. Так что грибы хорошие идут, без червей. Много первого сорта. Зарабатывает кто как может. А мы собираем для себя. Прошлый раз, что мы собрали, мы жарили, суп варили. И еще два больших таза. Мы немножко чуть-чуть сварили и в морозилку. Это как бы заготовка небольшая на зиму. Ну, примерно так. И сегодня, если получится, у меня в планах больше собрать красноголовиков и маховиков. Они для сушки хорошо, хорошие грибы. А боровики, вот эти белые грибы, мне не так столь важны они. Это для жарки, для супа хорошо, но не для сушки. Лично такое мое мнение. Ну, конечно же, все по-разному сушат. Я в печке сушу. Если есть какой-нибудь сушка именно для грибов, то, конечно же, и боровики пойдут. А одним словом, что найдем, все наше. Не будем капризничать. Поехали. Первые грибы встретились вон с Васькой, он тоже набрал, и Никита у нас вот нашел первый боровик в этом году. Ну, очередной боровик новичку Никите сегодня везет. Ножки не берем. Новичку. Или в этом деле ты ас, на первый раз в этом году ты за грибами пошел. Ну, считай, уже 4 гриба у нас нормально. А день только утро начинается. Мы уже идем по дороге. Здесь поблизости решили не задерживаться. Сразу пойдем на то место, где в прошлый раз было много грибов. Ну, примерно 6 километров так пройдем по дороге и свернем, зайдем в тайгу. Нам с Денисом пока не повезло, ничего не собрали. А у Никиты, у Мещи нашего, ну-ка покажи. Что там? Ну вот считай, 5 штук уже. Да, 5. 5 грибов. 4 боровика и 1 маховик. Вот такой урожай пока. Вот и я заметил красноголовки 3 штуки. Прямо возле дороги, и они уже все пипец. О, более-менее и то. А, гнилые они, нехорошие. Ну вот, боровичок. Ножку оставляю. Не будем брать, вон, лишний груз. Короче, зашли. Вот тут дорога. Примерно 5 километров мы прошли. И... сейчас уже будем тщательно смотреть, ходить по тайге, по бору.
Первый боровик. Чистый. Еще одного я увидел. Второго. Две штуки вижу. Один крупный. На. Здесь на третий. Три штуки. Вон они. Хороший. Тоже хороший. Нормальный ход. Я заметил вон этого крупного. Ну, наверное, плохой. Пипец, тоже нормальный. Но он такой большой, блин. Ладно. Сейчас возьму, если много наберем. Тащить такое мясо я не буду. Очень тяжелый, блин, большой. Нормально. Воздух прохладный, может, из-за этого. Грибы вон так чистые они. Считай, первый сорт идут. Кто сдает на деньги. Пацаны вперед ушли. О, красноголовики. Тоже наша тема. Вон они, косачки, какие. Смотрите. Видите? Спрятались. Вот так вот. О. Тоже чистые. О, берем. Это да. Хорошо, хорошо. Айда. Сейчас куда-то она далеко уходила. Видать, или заяц пробежал там. Вроде буровая птица. О, вон, смотрите, еще грибы, ребят. Это уже крупняк. Угу. Один даже смотреть не буду. А второй вот это. Вон. Смотрите. Хорошенький, но не очень так. Так. Ну, этот уголок ножом обработаем дома. В принципе, тоже буду брать. Сейчас просто рисковать не буду, все выкидывать не буду. Потому что вон еще один. Только что зашли в тайгу. Может, здесь только грибы есть, а больше и не найдем. Так что пока капризничать не будем. Вон они хорошие. Ножку оставляю. Так, ну что, идем дальше. Чуть не наступил. Чуть не наступил на них. Вот они. Вон. Второй. Третий. Бери, не хочу. Вот так. Три штуки. Вот это да. Наткнулся на грибы. Этот какой крупный. Такая шляпа, смотрите. Видите? Вон он. Круглый такой. Как арбуз проверяю. На наличие этих. Вон, чистые, блин. Что ты будешь делать? Даже не хочется такие брать, но возьмем. Возьмем. Ух, хорошо-то как. С белой шляпкой. Нет, это обман. Вот сейчас я подходил. Подходил сейчас я к грибу с белой шляпкой. Но вот помните, кто смотрит мои фильмы, мы с Денисом первый раз ходили за грибами от села. Не за речью, а именно от села недалеко. Набрали мы, наверное, 4 штуки грибов. И знаете, вот я сейчас не рвусь к тем грибам, что вот подосиновики, подберезовики-то есть. Ну вот эта красная шляпка, которая грибы. Шляпка бывает белая, красная. Но мы тогда в тот день набрали вон опять боровик. Вон. Две штуки. В тот день набрали грибов серой такой коричневой шляпкой. И ребята, оказалось, это съедобный гриб, но, знаете, грибы, они желчные, так называемые. В Яндексе посмотрели, желчные грибы. Поэтому
Поэтому эти грибы негодные для... несъедобные, так скажем. Но они с горечью, очень сильно с горечью. Пришлось нам... ну, не смогли мы это даже попробовать. Один желчь, вода с желчью получилась. Так что, если красноголовик похож на... гриб похож на красноголовика, и шляпка такая вот коричневатая, вот желто-коричневатая, это нехороший гриб. Я не советую его брать. Ну вот, смотрите, какая картина. Вот я болтаю, иду, буквально прошел там вот 10 метров, наверное, от прошлого раза. И, ну, это уже чистый твою дивизию. Ой, хорошо. Так вот. Вон они. Чистые. Заметили, ножки я не беру из-за лишнего веса. Все равно мы ножки не едим, и выбор есть, грибов много. Мотоцикл едет. Сразу, в какую сторону едет? Сразу хочу предупредить, не надо писать, что вот бестолково собираю грибы, там оставляю ножки, от этого там грибница или что там будет, погибнет. Это бред, полный бред. От этого ничего не погибает. Вон, смотрите. Каждые 10 метров грибы. Вон. Что ты будешь делать, а? Вон. Это мягкий какой-то. Но это слишком мягкий. Он чистый. Но, не знаю, пока донесем там, что останется. Чё мы ускорились, куда они ушли, на что Денис, что Месси, блин. Никита, он любитель футбола, и болеет за Месси. Прозвали его в команде в Нью-Йорке Месси даже. Ну, между собой они там Месси зовут. Вот так. Так что ушли они дальше. Но я им сказал, что не теряйте меня. Шляпку мою, видите, вон он. Опять гриб. Вообще я не ожидал столько грибов тут найти. Надо было раньше в тайгу зайти, блин. Прошагали там сколько. Вон он. Ладно. Это хорошо, что есть. Будем собирать. Красная шляпка. Ну, белые более-менее чистые, а вот с красной шляпой под березовики, наверное, как правильно, они чуть-чуть с червями, вон там тоже я вижу. Вон, ну он крупный. Тут, наверное, не буду брать он. Да, уже все, хана ему. Вон боровики. 4 штуки, 5, 6. Вон, ребят, первый сорт. Вон деньги, где лежат. Вот где деньги лежат. Если кому хочется заработать. Вот. Вон они. Разве не красота? Чистые тоже, блин. Я более-менее упругие буду брать. Потому что грибы набираются. А вот этот уже мягкий. И оставляю. Айда, пришла. Вон еще один. Тоже он мягкий. Нет, такой не буду брать. Сейчас уже чуть-чуть начинаю капризничать. Потому что у меня уже почти пакет я набрал. А прошло времени, как зашли, наверное, не знаю, там буквально, ну, минут 20. Вот он. Вон он. Один. Здесь я вижу только одного. Угу. Ну, второй еще. А, это поганка вообще. Ну да. Одна штука. Хороший бор. Дает нам грибы.
никто пустым не возвращается. Он тоже с пакетом. С пакетом идет человек. Остановился показать, ребята, вот гнилое дерево. Вот оно, гнилое, гнилое. И смотрите, тут смола, смолистый участок. Вон. Из этого дерева можно смолу выгнать. Или же, скажем, когда строишься, можно под избу там ставить вместо столба, или же так поперек бревна. Он долго не будет гнить. Хорошее бревно, смолистое. Не заметили? Спрятался. Вот так вот. Вон еще один. Два. Вроде люди тут ходят. Но вот видишь, они не замечают все. Вон два, две штуки. Так что надо тихо идти, спокойно, и можно найти. Уже готов, Нинтален. Та коля вели, да? Коля. Хто не робив? Та не показати. Та ми вже не... Там Джоліанов вмийте все почти, вулиці колома почти. Буде чекати, а був, коли там якась... Ну. Ну ми тат куч... Тат, ще куча одиш там дай. На. А, маховики. Не. Уже проверенные все тоже грибы. Вон. Короче, встретил сосед. Говорит, там людей куча. Все вверх, на верховье поднялись. И куда мы идем тоже. И я вообще парней не вижу, куда они пошли. Фиг знает, в какой стороне они. Не знаю, толк есть, нету там в ту сторону уже идти. Потому что вон красноголовик нано. Если много, ну, с 4-3 часов уже люди идут в лес. Вон он. Маховик тоже. Хороший. Маховик нужен для сушки. Если наберем, то будем сушить. Но в основном белые грибы попадаются. Попадались, вернее. Да и вон я его еще вижу. Надо просто спокойно идти. Две штуки опять, вон они. Вон. Чистые. Пакет уже почти набрал. А, блин, куда же вы пошли, пацаны?